Мы уже приехали к месту старта и идем пешком. О! Качество жизни! Пошел! О, какая узенькая, да, она? Вообще красота! Мы по этой реке, кстати, сплавлялись уже с ребятами. Вот прошлый сплав, который у меня есть на моем канале. Мы сплавлялись по этой же реке, но мы так высоко не поднимались. Сейчас мы поднялись гораздо выше, и здесь прям река живописная. Красиво очень. Для тех, у кого грязные реки, у нас еще нормальные, можем делать так. Ой. Надо, блин, проходить. Препятствия. Пошел тут. У нас, ребята, первая преграда образовалась. Как видите, елка прям лежит поперек. Придется, наверное, выходить. Не-не, мы сейчас, наверное, там пройдем. Да, на расправу пройдем. Лаз есть небольшой. Давай, Люся, за веточки держись. Потихонечку будем пробираться. Так, хорошо. Блин, ребята, опять у нас тут затор. Еще один затор, ребята. Но тут придется берегом, конечно. Давай, берем. Так. Опа, аккуратненько. Как
Проколоть можно, ну, блин. У нас очередной затор. Так все хорошо было. Да, задача сложнее будет сейчас. Так, пришли, встаем. На дне? Какой-то кисель. Кисель. Кисельные берега. Да. Не, да, ее нельзя так убрать. Аккуратно только, господи, вы старались. Вот тут Сережа зря. Я... Знаешь, что главное нормально все сделать. Так, есть. Нормуль! Прошли! У нас катастрофически не хватает светового дня на завершение сплава вовремя, темну. Поэтому мы сейчас лесом волокем лодки. Нашли участок на реке, где большая-большая петля. Вот. Но можно лесом буквально срезать, пройти 400 метров лесом. А если идти по воде, то это все 4 километра. По крайней мере, как минимум час сэкономим. Тебе помочь? Нет. Сам справишься, да? Как поросенок не вязаю. Вот так вот, да? Короче, вот так я не буду прикольно трапчаться. Встали на этот, на привал сейчас. Перекусим быстренько на газу что-нибудь
плов подогреем. Так, бензин. Тут, кстати, изба находится, в которую мы, как правило, ходили. Я, батя и Николай на рыбалку. Как-то так. Вот. Надо перемешать. Будем кушать плов. Блин, время уже 17:20, а на улице уже смеркается, уже, то есть, начинается сумеречное время. Поэтому сейчас мы, скорее всего, доплывем, проплывем еще максимум, наверное, 2,5 километра, и нам придется сворачиваться и пешком идти снова к точке старта, где мы пеший поход начали сегодня. Объявляю сезон сплавов закрытым. Ура!